очень серьезное выяснение. Черный просто замер в шоке вообще. Его столбняк вел он. Он пока что прогоняет, видимо, голос, а он пытался не выйти только лапы. Друзья, находимся на острове Кипр. Киприотские злые коты. Киприотские коты. Один поет песню про кота, как вы сейчас наблюдаете. А второй слушает. Да, второй слушает. Кота меня ты позовешь, боюсь тебе я не понравлюсь. Такой, ага, смотрите, а он чисто взглядом задавил. Этот что-то там ворчал, а этот, видишь, черный, он его взглядом так убил. Все, тот уже так. Все, а этот, смотри, он сзади еще, у него сзади хвост, видишь, успокоительный такой, смотри, что делает. Да на него не действует твой вот этот. Мяу, не действует вообще. Давай нападаемся. Сколько они так будут стоять, бычиться? Не, нормально вообще. Ну, они это... у нас вначале, когда они головами так вот шибались друг друга. Да, 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 вначале они. Голову не спустили, как будто бодались. Ага. Главное, не отступает, видишь? Но это чуть-чуть слегонца черный. Один шажок сделал назад, а этот... Сейчас посмотрим, чем закончится. Сей конфликт. Ну да, он устал просто стоять. Он говорит, ты запарил, говорит, если ты уже нападаешь, то нападай, если нет, то оставь меня в покое, дай мне полежать нормально. Серьезно, битва такая. Просто он подметает. А? Ну такой длинный хвост. А, смотри, что делает, да? Типа мое место, да? Ага. Я тут валяюсь. Смотри, здесь черный кредолент стоит. Да. Просто хвостом подлетает на его территорию. Он медитирует, видишь? Он такой успокоительный. Может быть, этот черный работает апохалом. Да. Типа ему жарко, говорит, давай больше махай. Ага. Маши хвостом. Ты уже успокоился. Спокойствие какое проявляет. Ничего себе. Он не дает ему дергать. Мне кажется, он не то что напасть, он даже уйти боится, этот черный уже. Ну, котом, говорю, хвостом, правда, машет там. Ага, так. Типа лежачего не бьют. Поэтому он налег этот рыжий и типа заснул уже, глаза закрыл. Да? Глаза закрыл? Глаза, типа, закрывает, да. Как будто я уже сплю, лежать, что не пить, давай канай отсюда. И пускай канает. Да. Щурится просто. Тут черный что-то отходит. Да черный хочет ноги сделать, но он его, видишь? Он его в такой ступор вел, что он даже боится шевельнуться. Смотри. Ага. Смотри, как он отступает вообще. По одному маленькому сушку, чтобы этот рыжий не заметил. Так. Смотри, как отступает. Вообще прикольно. Сейчас резко ноги даст. Это очень неадекватно себя ведет. Да. Мне кажется, на него жара очень сильно действует. Это ему хороший, бедный, пиздуха. Откусили его. Ну, бедненький. Мне кажется, он вообще под чем-то. Бедный серенький. Ух, откусил. Какой-то очень странный котяра, конечно. Бедный кот. Может, он старый. Не знаю. Да, друзья, вот так вот закончилась великая битва титанов. Что ж, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Ну чё ты, дурик? Какая, он боится.
Ну что ты там хотел? Тише. Да, бедный котяра, кто-то ему ухо оторвал. Где? Бедолага. Ну что оторвал, коты, наверное? Угу. Так, выключаюсь.